Всем привет! Сегодня я решила записать видео, в котором расскажу немножко о нашем проекте, расскажу о себе, зачем я здесь, как я сюда пришла, ну и начну, конечно, со знакомства. Кто меня знает, тем привет! Кто меня не знает, меня зовут Настя, мне 35 лет. Я сама с города Кемерово. На сегодняшний день я менеджер 15%. В компании я уже с 2018 года активно начала развиваться, наверное, где-то в мае месяце, скорее всего. Не помню, когда Иришка Ломова к нам вернулась. Тогда, наверное, я начала активно заниматься. Пришла я в компанию по холодному рынку, меня позвала девочка в Инстаграм, мне было очень интересно, я люблю покупать через интернет, поэтому проблем с тем, что здесь нужно что-то для себя покупать, у меня не было. Вот, люблю скидки, люблю подарки, стартовую программу проходила я легко, потому что рассказала всем, что я в компании Reflame, посмотрите каталог, и в принципе, всю стартовую программу собрала и до сих пор собираю все подарки, которые дает компания нам. Вот. Получила подарок от нашего директора Наташи Суздальцева, вот такую вот маечку. Я буду расти Арифлейм за рекрутинг, за то, что лучший рекрутер там у нас было по месяцам. Вот. Пришла я в компанию, уже выйдя из декрета. Из декрета я вышла, будучи ребенку, было 5 месяцев. Поэтому моя жизнь была все это время похожа на крысиные бега. Утро надо проснуться, покормить ребенка. У нас грудное вскармливание было до года 9. Бегом на работу. На работу надо быть красивой, потому что общение с людьми, это надо накраситься, это надо сделать себе укладку, там помыть голову, да, живу я в своем доме, и душа у меня нет. И бегом домой, потому что дома ждет ребенок, потому что надо его кормить грудью, как обычно. Плюс там уборка, мойка и все такое. И, будучи в декрете, я находила себе работу, но было это все не то. Это был Тинькофф Банк, это были площадки, на которых надо было деньги платить. Ну, так как я работала неофициально, у меня декретные были всего 4000. Поэтому, конечно же, мне нужен был бизнес без вложений, как мы говорим. И поэтому меня заинтересовало, что я пользуюсь продукцией, да, а еще могу на этом зарабатывать. Почему бы и нет? Я девушка, я люблю краситься, я люблю вкусно пахнуть, я люблю волосы свои, хотя у меня не такие уж и богатые, но я люблю их мыть. Секундочку. Ку-ку, бабаха! Пришел мой помощник, моя дочь, моя бабайка. Мы фанаты Жихарки. Вот. И я, конечно же, все я сделала быстро. Я вообще из тех людей, которые не думает, а делает. Как я, как-то Скарлетт, знаете, я подумаю об этом завтра. Я начала изучать. Вы не представляете, сколько я просмотрела вебинары. Я смотрела их с такими глазами, я не понимала, как, где я была. Я в декрете, а тут вышла из декрета в 5 месяцев, бегаю на эту работу. Хотя у меня работа хорошая, я свою работу очень люблю. У меня замечательный коллектив, у меня замечательный директор. Убегайте, убегайте. У меня замечательный директор, я обожаю свою работу. Но оказалось, что ребенка своего я люблю больше. Хотя до этого, пока детей не было, я просто трудоголик. Конкретно я могла работать сутками. Вот. А тут я поняла, что я хочу быть с ребенком. И я вижу, что люди-то сидят. Я смотрела не спикеров, которые уже много лет здесь, да, я потом начала их смотреть. Я смотрела